Друзья, вы на канале Йокомитон, и сегодня нам должны были доставить посылку, но пока что мы не знаем. Где-то, кстати, мы немножко перестановочку сделали, скрепыши мы вообще убрали, они какие-то бумажные, а дракончик у нас уже потерялся, и этот стакан мы убрали, он какой-то грязный, и его вообще продали. И вот этот коврик Арель мы тоже убрали. Ну все. Дин-дин-дин-дин. Ой, сейчас я проверю. Это, кажется, почтальон. Что, здравствуйте? Здравствуйте. А почему две посылки? У нас должна была быть одна посылка. Ну, я всего лишь подсолен. Я ничего не знаю. Так что до свидания. Ну ладно, мы, кстати, орели коврик, да, чтобы когда мы заходили домой, вот так вот оттирали копытца, чтобы не были они грязные. Ну, скоро мы поженили. У нас будет другая. Так, давайте мы это все закроем. Вот, тут как будто ничего нет. А что там, проверь. Ой, что здесь? Это что, денежки? Ну, пусть нужно на треножку. Посмотрим, вообще, на нашу. Такой подставочки, ребят, что это? Сто рублей? Пусть мы денежки сюда покажем. Это что, тоже денежка? Это же 900 рублей. Так, а еще что у нас? 100 рублей. Наверное, это только 900 рублей. Тут комочки какие-то сделали. Ну, наверное, потому что не помещалось. Даже не смогла она закрыться. Опять 100 рублей? Ой, еще тут уже есть. Ребят, я уже не хочу говорить цифру, но это слишком много. Видите, сколько здесь нулей? За это даже ничего не продают за такие цены. Последняя наша девушка. 800 тысяч. Ребят, так смотрите, мы же вообще теперь богатые. У нас же не знаю, сколько денег. Смотрите, 100 рублей. Вот что у нас есть. Я вообще не могу это даже цифру говорить. 100 рублей. 100 рублей. 800 тысяч. 100 рублей. 900. Так, нужно как-нибудь спрятать от пати. Давайте, а здесь у нас тоже кристаллики. За них тоже можно что-нибудь купить. Так, нужно опять почтальону звонить. Вот, это вообще не кубик Рубик, это телефон. Не говорите, девочки, я звоню почтальону. Да, ладно. Здравствуйте, это почтальон Олаф. Да, что вам нужно опять? Пожалуйста, можно сундук? Конечно. Все. Убираю шкафчик. Через сколько минут сказал?
через 1 час. Я пока что спрячу их под кожу, вдруг Ванка подойдет. А то у меня даже вот это так раздражает. Но меня тоже. Оп-оп-оп. Чего-то ничего нет. А это мы пока что уберем. Почему не пригодится? Когда прошел 1 час? Ой, ну когда же уже придет Олаф? Тук, тук, дзин, дзин. Ой, кажется, пришел. Я не буду открывать. Я устала. Так. Здравствуй всем. Почтальон. Вот, вы бросили сундук. Держите вам сундук. Ой, а что это было? Так это же... Вы же живете в Москве. Это... Часы проверили на Красной площади. Все, до свидания. Что часы на Красной площади делают? Какие-то. Ну, мы на Красной площади не были, поэтому мы не знаем, мы только были в зоопарке Аквинанариуме. Где рыбки? Да. Просто Изи это не может сказать. Да, мне это слишком тяжело говорить. Встать не могу. Сейчас поспеем. Так, откроем. Здесь мармелад. Бракованный нам дали. Теперь уже здесь. Это вообще холодильник. В холодильник положили деньги. Наверное, чтобы были холодненькие. Вот, наверное. Вот наши денежки. Вот это наша любименькая циферка. Вот. Мы вообще сегодня в магазин можете ходить? Ну, в нашем магазине слишком много каких-то дорогих вещей. Ну да. Кстати, ребят, сегодня будет концерт у Пип. Да. Будет концерт у Пип. Ага, да, реально. Так, а где крышечка? Она? Ага, закрываем. Похоже на кукурузную палочку, кстати. Мне так нравится наш коврик. Он такой класс. Давайте мы... И мы вам покажем наши кристаллики. Ведь мы сказали, что за них тоже можно купить. Тяжело так открываться, сижу. Так, это так, да? Вот, они все по цветам вот так вот сделаны. То есть здесь такие розоватые, здесь такие голубоватые. Ну, всегда так почтальонки будут. Короче, я не почтальон. Но кто нам присылает это? Нам почтальон это все делает. Нам приносит. Да, за них тоже можно купить всякие штуковины. Некрасиво. Давайте мы все выложим, как было.
Давайте мы закроем, чтобы папа ничего не увидела. А что нам делать, если пока что концерта у Пип нет? Не знаю. И к ним что-то пришло. А может вообще, точнее, ничего не пришло. У них опять были заказы. А может еще что-нибудь закажем? Ну а что? Что ты хочешь? Закажи. Что и мы любим, что и ты любишь. Так, ладно. Почтальон! Мы заказываем это. Ну, что? Ну я вам, я же выбрала. А, вот сейчас посмотрю, смс придет. А, да-да-да. Угу. Все, скоро будет. Через сколько? Всегда как через 1 час. А. Через 1 час. 1 час. Когда пришел 1 час? Тук-тук-тук-тук. Сейчас. Все, я сегодня закрываю. Я сегодня закрываю. Пошел, у меня, кстати, есть новые помпушки. Все, забирайте посылку бесплатно. Что? Ой, какая-то непонятная. Непонятно. Откуда здесь доллар? Рубль. Саня, что ли, его заказывала? Нет, я заказывала 3 мячика. Откуда он? Опять почтальон это подложил. Всегда он так делает. Всегда. Ложим сюда. Всегда ложим сюда. Всегда ложим сюда. Так, еще мячики. Мячики здесь должны быть. Мячики. Где мои мячики? Мячики, мячики. Где мои... О! Делаю мячик. Где еще мячики? Где еще? А, все? Все? Надо выставить. Где-то... А, ну, наверное, я только... Наверное, быть, что ли, она то все не прочитала. Такой вот мячик, он трансформер. Он может вот так. Он это... Мячик, он очень классный. Ну да, он классный, мы любим поиграть с чем-нибудь необычным. Ну, зачем он поеду? Это мы выкинем. Сейчас схожу выкинуть мусор. Девочки, это я, Сани. Сани. А, Сани? Да. Сани, мы можем открыть. Ну давайте, девочки! Супер! Типа, всегда возьмем Саня. Спасибо, супер Зипа. А почему сегодня только я снимаюсь? Закрою камеру. Так. Вот, копытцем своим я закрыла. Теперь идет Изи сниматься. Нет, я хочу поразговаривать еще. Сейчас Изи идет. А, Изи Бурнов, я. Изи Бурнов. У ребята я поколение там шло. Ну,
Олимпиады 2022 года. Совсем недавно я вам говорю, ду-ду, надо же я ези. Бон-бон, я вам пою песенку про нас. По пятое поколение я вам пою. Сани и зизи, пипа, о! Сани и зизи, пип, Саня, Изя, Зипа, Пипа, Мипа, Хипа, Клипа, Ама, Я изи, 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 я вовсе не медведь. Я изи, 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 я вовсе не медведь. Я изи, 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 я изи, изи, изи. Я вам показываю свою кьюти-марку. Изи, 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 изя, 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 изя. Я изи, я изи, я изи, я вот такая. Изи, изи, я такая, какая я. Я повешу на стенке. Если смогу, я вообще могу смотреть на потолок через окно. А здесь на потолке окно. Я уже смотрю на кино, на кино, на кино. Почему мы туда не сходили? Оно начиналось 25 сентября. И это было снято 25 сентября. Про нас! Я говорю вам! Подписка на Йоу! Коммент зон! Лайкосик большой, большой, большой! Чтоб было много, много больших! И ни одного колокольчика не вижу! Нажимай, нажимай на колокол! На колокол, на колокол, на колокольчик, кольчик, 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 кольчик. Подписывайтесь только на нас, а на нее не подписывайтесь. Я вам говорю правду, я вам говорю правду, я вам говорю правду. Не подписывайтесь на Паку, не подписывайтесь на Паку. Не подписывайтесь на Паку, на Паку, только на Йоу Комбинзон, на нас. На нее дизлайки, 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 а на нас лайки, 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 оу! На-н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 а-
Я пою тебе бе-бе-бе-бе. Я пою тебе бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я пою тебе бе-бе-бе-бе-бе. Я пою тебе. Лайкос! Дайте мне большой лайкос! Я снимаю видео прямо сейчас и говорю вам, так что я должна снимать его очень долго. Я вот так вот говорю. Поверь мне, поставь лайкос, кос, единственный лайкос, кос. Он будет петь за меня. Лайкос, кос. Поставьте хотя бы один большой лайкос для Иви Вун Вау. И не только для Иви.
Зипа, твоя очередь. Изи, ты зачем так много пела? Ребятки, приветики. Изи так долго пела, я чуть не заснула. Сейчас мы пойдем на трассу паркур. Ребяточки, это трасса паркур. Сейчас мы будем летать и петь. Ну, точнее, разговаривать. Ребята, ребята, вы видите? Трасса эта. Она специально для меня. Это трасса. Я могу... Я, смотрите, как... Ой, ой. Ни капельки я не устала. Я всегда так делаю. Тут даже телефоны лежат. Чтобы не уставать, я специально разговариваю всегда. Ну и поэтому я такая быстрая. Ребят, Молсутов, это мини-трасса паркур. Она еще тяжелее. Вы тут смотрите. Это специально. Бубликов. И здесь Славочка. И нужно перелететь отсюда. Туда. Не очень быстро, чтобы лава не поднялась до сюда. Она очень быстро. И лава уже поднялась. Ну и вот. И это такая вот трасса паркурик. Такая вот трассочка. Трассочка. Паркурик. Что ж, ребят, полетели на другую трассу паркурик. Ребят, это мини-трасса паркура. Такая там мини-трасса паркура. Как ее проходить? Вот наш дом, и нужно полететь на крышу. А при чем тут сложности? Сейчас я вам расскажу. Тут будет присутствовать очень злой маркот. И, ребята, тут такой вот маркот. Он меня будет вот так вот убирать. А я понял, что искусственный, потом он меня не убирает. А это вот так вот он делать. Вот он меня захватит, вот так меня бросит, это очень больно. И маркурик, он будет, то есть, здесь лежать, когда он меня увидит уже, он начнет уже так делать. Нам нужно незаметно пролететь. О нет, ребят, он меня заметил. Но мы летим ко мне на крышу. Так, и на девочек смотрим. Девочки, Зипа, что ты здесь делаешь? Я прохожу трассу. Паркур. Так, мы вернулись на предыдущую карту паркура. Ребят. Ну, а я уже доснималась, потому что сейчас будет пипушка. Пип, иди сниматься. Оу, я это мое дело. Пипушка, спасибо. Оу, я хочу бежать. И, ребятки, тут есть вот такая вот шарушка. Не почем. Я вам говорю. Ребят, если вы блогеры, то до вас я вам говорю одну примету. Чтобы были интересные видео, нужно просто думать, что будет интересное видео.
И я сейчас думаю, что у меня получится. Ну, точнее, на ее комбинезоне, точнее, у Малики. Ведь это ее канал. У нее получится потрясающее видео. Я утонула. Вот такая вот я. Ма! Зачем я падаю? Итак. А что? Мы о чем будем говорить? Опять на Красной площади эта штука бимбит. Сначала один раз она бимбила, теперь второй раз она бимбит. Потому что 12 часов вечера. Да нет, ребят. И сейчас мы в одно место подойдем. Ребят, вот и наши мультики. Хорошо и расслабленно. Вот так. И вот. Вот. У нас есть мультик. Это не на наёмком комбинзоне, это просто про нас, где мы снимаемся. И ты в одно место. Оп! Смотрите, какие-то потрясающие цветы. Потрясающие цветы. Они же быстро потрясающие. 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 Они еще такие лохматенькие. И, ребят, сейчас я буду... Я на таком шаречке. Ну, посмотрите, я доснималась. Да, ребят? Нужно поправить все, это же моя вина. Все поправляю. Девочки, что, Пип? Нужно уже спать. А я вам это и хотела сказать. О, я за Пип. Если бы поспать. Я за Пип. Ну и я. А как же я? Ребят, на этом всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Дом пони, папа-е, поколение. Пони, падре. Маленький пони, падре, поколение, я вам прыгаю и скачу. Я дом, прекрасный дом, для пони, падре, поколение. Прозрачная дверь, можно ее, смотрите, как сделать. О, покажу, вот как можно в этом доме сделать. Вот так вот замахать, это вот так. И можно вот так все проходить. А как связать, это все делает. Это просто нужно убрать ниточку. Или потянуть. Или убрать. Или вот так вот это все делать. И смотрите, дверь как была. Это крыша, она, можно ее открыть и вот так вот поснимать. Смотрите, как возможно. А он вообще может, он вообще помещается, смотрите, в сумочку. Он поместится в такую сумочку, как? Вы видите, здесь такие вот завязочки. Он вот так вот складывается, а крыша по другим делам. И вот так вот это все делается, и делается, и делается. Это все так вот хорошо. На этом всем пока. Вы были на канале Йога Гамбин. Класс лайкосик для пони Патрия. Поколение. Подписка, жду тебя. Чтоб ты успел подписаться прямо сейчас.